Всем огромный привет! Я сегодня буду делать обзор на аромат Gucci Flora, который я заказала в интернет-магазине «Рандеву». Я вам его показывала при распаковке вообще вот посылки с аромабоксом вместе, но про него я еще ничего не рассказывала. Вот сегодня хочу в этом ролике вкратце рассказать. Я заказала в 50 мл, сейчас там уже 75-ки остались, но тем не менее есть еще. На Gucci сейчас скидка 20%, плюс еще вы можете увеличить еще на 10%, если используете мой личный промокод, я оставлю в описании под видео. Там, кстати, будет даже 3 промокода. Я добавлю с прошлого видео промокод. Если кто-то не использовал его, то вы можете использовать. И есть еще один действующий промокод, но один промокод действует в одном заказе, то есть сразу 3 в одном заказе использовать нельзя. И работает вот каждый из промокодов в корзине от 2500. А в целом на сайте продолжается летняя распродажа до 50%. Что я хотела рассказать про вот этот вот парфюм. Знаю давно Флору, еще когда она была в старом оформлении, вот эти вот белые были коробочки с черными там окантовками. На всякий случай, если вдруг вот вы слышите музыку какую-то, это не моя музыка, это играет у соседей. Что здесь? Какие он претерпел изменения? Я не могу сказать вот четко, что там в аромате изменилось, потому что это уже, я так понимаю, последнее издание. Вот именно его я попробовала как-то, и мне так понравилось. Был жаркий летний день. Кстати, вот этот аромат можно было бы, если бы он у меня появился чуточку раньше, я бы его включила бы в летнюю подборку обязательно. В общем, он простой, комфортный, я бы даже сказала, ну, элегантный. Ну, это не какой-то, знаете, вот такой аромат, вот там пишут, когда там для какой-то девочки там цветочек, а я не, там в платье в цветочек, а я ничего не имею против платья в цветочек. Просто приятный, даже какой-то вот расслабляющий, освежающий аромат, в меру сладкий, в меру зеленый. Здесь в верхах пион, цитрус и мандарин, а в сердце появляется османтус и роза, и в базе сандал, розовый перец и пачули. Но вот я не розового перца, я не люблю розовый перец, ни каких-то таких вот ярких пачули я не слышу, если честно. Ну что это я его не достала, сейчас достанем. В общем, вот у меня туалетная вода. Я специально вот так наверх поднимаю, зеленой жидкостью, потому что раньше они были такие желтенькие. Вот. И оформление поменялось, коробочки тоже, она такая зеленоватая, вот с этими лилиями, с гибискусами, там, с какими-то васильками. Вот, вы видите, да? И, в общем, сейчас мы его распылим. И можно, мне кажется, даже вот поливаться, ну вот так вот. И это не будет как-то удушающе. Легко носить. Пахнет вначале сладковато, как будто бы леденцовый такой вот османтус. Причем не как вот, допустим, в нишевых ароматах там с табачком там, или еще что-то. Так вот он попроще, полегче, носибельнее, к нему не надо приноравливаться. Потом вот эта леденцовость уходит, и там хоть и нет лилий, но, на мой взгляд, аромат становится значительно зеленее, заметно зеленее, и появляется что-то наподобие такого легкого прозрачного оттенка лилий, и вот эта зеленца появляется. Хорошая база, не такая, не какая-то не свербящая, ничего. Мне кажется, аромат все-таки немножечко изменили, и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Конечно же, сторонники там старой версии будут говорить, что вот уже все не то, ну как обычно это бывает. Но вот старая версия была довольно-таки с таким своеобразным мускусом, который был очень на любителя. И мне, конечно, Флора это всегда нравилось, но вот, допустим, муж мой не очень ее отмечал, он там слышал какие-то не особо приятные оттенки. А вот в этом аромате, когда я пришла, он, наоборот, его выбрал из всех парфюмов и сказал, что вот этот парфюм самый классный, ну, из того, чем я там как-то надушилась там на одном из очередных затестов. И мне тоже нравилось, потому что я почувствовала, что это
как-то так не тяжело, красиво, к этому не надо, знаете, собираться с духом, чтобы надушиться. У меня никогда не было этого аромата, поэтому для меня это очень такая приятная штучка. Конечно, есть много людей, которые носили этот парфюм давно, и, может быть, для них это воспоминания молодости, там, ну, каких-то там прежних дней, прежних лет. У меня нет такого якоря, и, в общем-то, я считаю, что это вполне достойный такой представитель летних цветочных в основном ароматов с легкой зеленью, слегка сладковатых, приятный, недешево он звучит, хорошо, красиво. Я его рекомендую многим. И он такой, знаете, без возраста, хорошо будет смотреться на всех. Вот такое у меня о нем впечатление. И просто как в качестве своего мнения, если вдруг кому-то было интересно, как я отношусь к этому парфюму, очень хорошо. Вот. Но у меня именно версия туалетная вода, именно вот в новом вот этом вот оформлении. В общем, такие вот дела. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, переходите по ссылкам, все будет в описании под видео. Используйте промокоды, чтобы у вас, ну, вам было еще более выгодно делать покупки. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока!